Для начала я вижу, что у меня есть вот по краям две красные клетки. Это значит, чтобы у нас получилось все правильно, нужно здесь соединить. А почему не через верх? Через верх, а тогда мы отделим зеленые от... Тогда зеленым будет некуда с краю. Не понимаю. А все будет хорошо с зелеными. Я абсолютно не понимаю. Смотрите, все будет хорошо с зелеными, потому что есть еще перешейк. А потому что вот здесь вот зеленый. Вот. С этого все начнется. Да. Ага. Поставьте те зеленые, иначе народ действительно смущен. А, ну ладно. Действительно, эти клетки зеленые. А поскольку они должны быть соединены, то они должны быть соединены через верх, ну а эти автоматически через низ. Понятно? Теперь соединяем зеленые через верх. Ну да, уже большая часть сделана. Так, теперь я вижу, что я могу поставить несколько красных клеток. Например, вот здесь по углам. Вот здесь точно должна быть красная, я это вижу. Здесь тоже точно должна быть красная. И еще здесь точно должна быть красная. И еще там около левой. Вот внизу я не понял. А, да, потому что там три зеленых было, да? Красный. Да, отлично. Вот это я знаю точно. Теперь я поставлю, которые я точно знаю зеленые. Например, вот здесь вот зеленая точно. Потом точно зеленая вот здесь. Да, отлично. Точно зеленая вот здесь. Вот здесь. То есть тут я не вижу из-за вашей спины? А, нет, стоп, вот здесь не надо. Нормально, это квадратик, квадратик 2 на 2, и еще она должна посадить, поэтому еще одна должна. Да, кстати, она должна выйти. И да, да, выход для нее. Вы должны еще две мочи для да, и для нее должен быть выход. И для всех зеленых, которые здесь зеленая. Отлично. И так, дальше я подумал. Теперь красные. Я знаю, что нельзя по диагонали, чтобы две зеленые были по диагонали. Да. Потом красная здесь. Ну, вот еще можете две зеленые поставить. А, дальше я вижу, что да, выход им нужен. Нужно сделать им выход. Кстати, всем этим зеленым тоже нужен выход. Тоже нужен выход, поэтому вот здесь тоже должна быть зеленая. И еще одно зеленое. Не бывает две зеленые, две красные по диагонали. Вот тут красный. И еще посмотри, пожалуйста, на верхний левый угол красного. Ей тоже нужен будет выход, поэтому еще одну красную ты можешь поставить. Здесь? Нет, вот да, нет, вон там. Там, где ее только что показывали. Да, только что, да, вот здесь. Красный. Нет, на одну. И, да, ей нужно выйти. Да, вот она отсюда вышла. И зеленая, которая получается в каком ковше. Нижний левый угол. Смотрите. Зеленая почти что заперта, да. Что Теперь вот эта клетка. Тут тоже четко видно. Да, совершенно верно, отлично. И еще две зеленых не могут быть по диагонали, поэтому здесь красная. Опять же точно видно, что здесь зеленая. Две красных не могут быть по диагонали, значит здесь зеленая. Дальше опять про диагональ. Не могут быть по диагонали, здесь зеленая, значит, вот тут видно, что тут красная. Значит, рядом зеленая. Две красных не могут быть по диагонали, здесь зеленая. Здесь видно, что эти клетки точно будут красные. Две зеленых не могут быть по диагонали, даже здесь красная. То же самое здесь. Потом зеленая здесь. Удивительно, как все быстро красится. Вы еще забыли для той зеленой, которая... Да, там три зеленых и на ней красная. Вот видите рампу? Вот видите, вон там вот вы забыли выход. Нет, для зеленой. Для зеленой, да. Зеленая должна выйти. Сейчас мы можем остаться там еще. Зеленая вышла. Для вот этой зеленой. Тоже нужен выход. Вот это не надо. Так, и чтобы... Смотри, там есть просто квадратик, где три зеленых. Да, красная. Слева. Слева. Вот да, слева есть единственная незаполненная. Во втором столбце незаполненная клетка. Незаполненная. Да. А, да, вот значит раз, но здесь будет точно красная. И еще объединение с большим фрагментом. А теперь да, опять идея диагонали. Да. И это значит, что вот тут точно зеленая. И еще там еще ниже. И вот тут. И тут. Тогда значит, вот тут вот.
красный. И для красного нужен выход. И еще точнее. И вот здесь, вот везде нужен для красного выход. Вот так, чтобы вот этот кусок был со всеми соединен. Не, почему так? Может быть, он как-то по-другому соединен? По-другому никак, диагонально. А, да, действительно, согласен. Да, и тут понятно, что зеленое, и, естественно, что здесь красное. Все. Ну, что я могу сказать? Решила? Мне кажется, да. Я не вижу ошибки. Да, решила. Все правильно. Спасибо. Спасибо.